размер, вылезший на экран, так что черт с ним, пусть будет так. И так сойдет. Ладно, всем привет. Это канал War Doctor Люк Вейдера. Это у нас тут стрим по Metal Slug. Да, сейчас приму приглашение. И это, в общем, будем играть я, Николай Доктор Люк Вейдер и Андрей Грит, а комментировать будет Ван Да, всем привет. Так, ну я вроде нажал, но что-то нас не соединяет. Может, подвисло немного. Ничего, сейчас еще раз. Ага. Так. Какой-то сейчас я перезайду. Так. Сейчас я перезайду в игру, если ты не против. Ну хотя, если. Без проблем. Если я же нажму на приглашение, в любом случае автоматически к тебе попаду. Так что все, тип-топ. Так, это я закрою, это мне не нужно. То эта хрень тем более не должна была вылезать на экран, блин. Почему все вечно? Что-то знакомая игра. Все вечно лезет. Не, ну, на аркаде. Да, она на аркаде. Но еще были версии, насколько я знаю, на PlayStation и на Game Boy Advance. Да, на PS тоже были. Так. Насчет Game Boy не знаю, но на PS были. Так, где там? Ой, так, так пришли, ладно. Пришли еще раз. Не поленись. Так. Все, пошел запуск. Сейчас, по идее, появится у вас все на экранах. Я надеюсь. Да, вот я вижу. И простите, но огрызок Стима, который вы можете видеть справа, я никуда убрать не могу, походу. Я вообще не понимаю, как он там оказался. Наверное, это многослойное окно или все будет. Ладно, неважно. Ладно, буду за него играть. Уф. Mission 1. Start. О, ну тогда хоть скорость стрельбы. Блин, никак не привыкну, что тройка это граната. А, ты типа автоматический огонь включил, да? Да. Я не могу без него. Так, ну что, где пойдем? Внизу, поверху. Ну давай внизу. Наверное. А, вот как это делать. Окей. А. Там ниже будет для тебя ловко, по идее. Кстати, вот это вот до сих пор, оно не хорошее, больно катает. Ну это понятно. Так, вижу. А что это за деды тут? А, это типа гражданский, который не спасать надо. Это тут неясно. А, не, повезло. Только пропускали. Ох, черт, зря я это сделал. Жми тоже continue. Сейчас не понял, но что, раз синхрон? Ну да, наверное, а что у тебя? Ну, я как бы живой, тут спокойно. А у меня-то game over. А вот теперь ты живой. Если это ты. Сейчас я буду стрелять вправо. Ты же за парня сейчас играешь, да, такого блондина? Нет. А что у тебя происходит вообще? Я стреляю сейчас вправо, лево, вправо, лево. Не, ну это я вижу. А я что делаю?
Ничего. Ну это в принципе тоже правильно. Ай, так. Ладно. Так, сейчас погоди, я зайду на канал. Слушай, как тогда? Нас не убьют за то, что время как бы идет, нет? А, точно, время. Время убьет. Значит, нет, надо плыть дальше. Ты можешь, в общем, на канале увидеть, как это все выглядит у меня. О боже, что это? Кстати, я почти не услышу, что вам говорит. Надо, наверное, сделать игру чуть потише. Да. А вот я, кстати, я слышу хорошо. Краба мутанты перевод. Ага. Это боссы какие-то первые. Типа, да. У нас теперь это, кажется, отключаться друг от друга, так-так. Мне как-то хуй. Крабы горят. Поезд заново начать. У нас как-то произошло распитло, неожиданно так. В самом начале. Здорово, да, под водой, это очень странно. Да. Привет всем, кто приходит. Все, по новой будешь приглашать? Да, я уже слил. Так, сейчас, я тогда, я пока пользуюсь случаем, это самое, тут, где у меня, так, устройство воспроизведения, микшер. Сейчас, погоди, я тут кое-что в микшере поменяю. Так, где тут игра-то? Вот она. Чуть потише ее сделаю, а то я порой ни хрена через нее не слышу. Так. Тип-тап. Я надеюсь, артефакты там не стали больше на экране. Так. Я нажал присоединиться. Господи. И? Так. Ну и что? Я пока вижу только меню. Пардон, сейчас еще раз попробую. Да, так. Шифт-тап. Да, вот что такое бесконечный прогресс? Что-то, по-моему, игра подвисает иногда в меню, вот в этом, in-game меню. Потому что вот я смотри... А, нет, работает. Окей. Так, ладно, я сейчас еще одно изменение в своем меню сделаю, ага. Привет, Спокс. Ну я ж так скромно, Юра. Так, ладно. In-game меню. Ой. Как же это глупо. А, ты шутер. Создашь? А, ну я, в принципе, могу попробовать. Раз уж ну давай, грустно. Там. Онлайн-мишн. Угу. Так, сейчас вернуть. Библиотека игры. Играть. Dot.m. Что такое Dotemu, интересно? Окей. Окей. Так, invite friend. Пригласить. Ну типа да. Отправлено. Так, я здесь. Start game, да? Ну став на easy. Game. А на изи, то есть нажимаю влево. Так, изи и аркад мод, да, или мишен мод? Аркад мод, давай. Это нормально, что я в эту игру слышу? Не знаю, наверное. Я один слышу это. Ну я его тоже слышу. Mission 1.
О, пошли какие-то тормоза. Сильные. Так, переждем их? Ну давай переждем. Это же не дело, когда они... Все. А, нет, не все. Не, ну сейчас-то я ничего не качаю, как... Какого хрена? Какой-то, кстати, волка добил. Но, Wolfram and Cass. По-моему, не совсем. Так. Сейчас, подождите. Я, наверное, что-нибудь закрою. Ничего, если я... Так. Закрыть. Так. Может, если я снижу нагрузку на процессор, то будет... А, да, вот. Я еще к тому же, у меня на двух компах сразу, блин, был сайт включен. С трансляциями, это тоже не к добру. Так, это мы тоже нафиг закроем. Сейчас. Сейчас ему станет полегче, я надеюсь. Ты еще ведь в игре, да, Андрей? Да. Так, все, хорошо. Так. Угу. Закрыть. Вернуть. Окей. Тебя тоже дисконнект пишет? Ты меня вообще слышишь? Да, я это слышу. А то ты как-то отвечаешь немного позже. Так, ладно, выйдем. Ну, не забывай, это рейд колл. Ну да. Рейд коллы без рассинхрона это было бы непривычно. Нет, рейд колл с задержкой. Ну ты, да. Так, ну чё, опять я создать попробую? Да, вообще, я создал, это как бы тебя привал затянул. А я не вижу, давай еще раз. А, еще раз, так еще раз. Да, и разумеется, моя любимая потеря кадров тут как тут. В такой next-gen игре, как ее может не быть. Надо было все-таки первоначальному плану следовать, наверное. Ну ладно. Так, ну давай, стартуем. В этот раз... Мы всегда можем исправить. В этот раз пойдем по верху, я думаю. Так, аркад мод мишен, да? Ой, аркад или мишен? Аркад. А почему ты все время этого персонажа выбираешь? Там типа оружие самое крутое у него? Ну да, она мне больше всего нравится. Ну окей. Здорово, Рома. Блин, что дает такую мощную заметь, нагрузку? Ломай, на... когда стреляем. Да нет, когда просто идем тоже. Так, ты подождешь чуть-чуть, ладно? Оп. Так, я вообще нахрен закрою браузер, короче, на этом компьютере. И будем надеяться, это поможет. Ну давай. Слушай, я, наверное, тоже. Может, и на втором компьютере закрыть? Я на правда... втором зачем? Ну да. Не, это все-таки, я думаю, что это не интернет, это именно комп. Okay. Да вы что, издеваетесь, что ли? Какой к черту дисконнект? Не, ну тебя предлагают, типа, дисконнект сделать. А! А, ну waiting, что играть? Waiting for players. Нет, через Steam. В этом и хохма. Такой весь лицензионный, официальный, а тупит мне хуже других. Ну да. Так что, ты как бы в игре или где-то? Я пока тебя жду, значит. Я создал почти. А, ну хорошо. Мне немного надоело ждать. Это жестокая игра, она... Не знаю, в любой другой игре, там, знаешь,
надо что-то в реально какую-то опасную ситуацию попасть, а тут уже на стадии коннект. Ладно. Так, я еще раз попробую, все, запуск. Ну, да. Ее каждый раз надо перезапускать, потому что она вот так вот любит делать. Забавно, вроде бы это не какой-нибудь там Outlast, чтоб так себя вести. Ой. Я хотел немного другого выбрать, ну ладно. Это тоже сойдет. Юлик спрашивает, как у всех дела? Ну, когда не лагает, то хорошо, да. Было бы, если бы не лагало. По-моему, она все... Юлик спрашивает, почему у вас дисконнекты? Так если бы мы знали... Вообще Steam довольно капризная штука и жрет много памяти. Ну да. Ну да. Не, ну... В этот же, в Castle Crashers мы более-менее нормально играли. Правда, он тоже несколько раз вылетал, тормозил. Но не так адово. Надо обновить Steam. У меня просто тоже все дико лагало. Я его всегда обновляю, когда он обновляет. Я говорю, он всегда, когда предлагает, я его всегда обновляю, так что не надо тут. Так, ну у меня Waiting for the Player. А я играю. Вот и дисконнект взорвался опять. Зараза! Ну это вообще никакие ворота. Слушай, Коля, у меня есть такое предложение. Ага. Поехай пока, а я быстренько компьютер перезапущу и этот. То есть в одиночный режим попробуем. Ты предлагаешь, да? Ну да. Ну хорошо. Я пока перезапущу компьютер, а ты немного ознакомишься с игрой. Угу. От нас почти все ушли, ребят. Печально. Okay. Ну что ж поделать. Это их проблема, что они такие нетерпеливые. Некоторые отдельные товарищи. Не все, конечно. Кто-то просто занят. Нифига тут как быстро ачивки-то показываются, если вы их видите тоже. Здорово, уже успел ачивку получить. Убей одного врага там. Такая штука. Нет. Я кого-то типа вылечил. И за то, что я почти всех персонажей уже использовал. И что тут, хоть над крабами сражаешь? Я не знаю, нет. Не только. Тут потом будут и роботы, и люди. По-моему. Мне кажется, он сейчас бродит по тому месту, куда был заключен Джек
из катастрофического моря на край света. Возможно. Вот ты видишь? Еще... Не смей хавать мой мозг. Где там еще крабы-то его судно понесли? Терпеть не могу. А чё там? Ну вот примерно по этой причине. А, ну, сурово, сурово. А, всё, перебил. А тут только по сетке или за один компом тоже можно? Не знаю, вроде можно и за одним. Вот, вот видишь, такое. Люди появились в качестве врагов. Да, я вижу. Так, ну дядя. Да. You are welcome. А, блин, Тарзаны тоже мне. Ох, нифига, что со мной стало. Ну так довольно весело на самом деле. Ну вроде идет неплохо, как я сам вижу. Вот именно когда коннектиться пытаешься, получается фигня. Я, блин, эту игру чисто ради кооператива-то и взял. А он, собака, не работает как надо. Почему селёдки выпадают в длинную кость? О боже. Да. Не зря Андрей все-таки захотел идти по низу, а не поверху. Лишь бы не встречать вот эту вот хрень. Сдохни, сдохни. Ага. Дай ему засокодай. Да, ау. Блин, он только успел меня поблагодарить, и я уже сдох. Да блин. Как одолеть этого монстра? Он такой быстрый и сильный. Ладно, дедок, беги лучше. К своей верной гибели, блин. Да, разумеется. Это тоже меня не спасло. А ты чего? О, привет. Да я тут с крабом дерусь, который мосты разрушает. А-а-а. Этот негодяй очень силен. Я уже не знаю, сколько контов я на нем слил. У него пушка на панцире. Да. Но у него даже не одна, целых две. Это убер-краб. Я уже понял, каким. Так, я уже подключился. О, а я прошел первый уровень. Ядерный. Да, я уже прошел первый уровень. Ну, отлично. Значит, ты знаком с первым уровнем, тебе будет легче. Да. Ядерные боеголовки выпускают, офигеть. Ну и разумеется, никаких сейвов тут нету, да? Тут надо в один присед все проходить. Конечно. О, зомбаки, смотрите. Ты думал, что будет легко? Я надеялся скромно. Ой, погоди, я тоже зомбом стал. Нет, это что? А, ну да, ты можешь. Сеговская? Ну, в смысле... Ну, что-то... вроде есть версия на Сеге, но я точно не уверен. А, ну да, ну, на Сеговских тоже не было. Зомби и воевать. Ага. Вообще, в эмуляторе, наверное, как-то можно. Но игра, я полагаю, не очень же длинная, да? Ну, на час, по идее. На полтора часа.
До всякого Saints Row уже безумный трэш. И крабы, и зомби, и вообще хрень самая неожиданная. Это, ты подключаешься? Нет, сейчас я это сделаю. Так, все, я закрыл. Закрыть еще раз приглашу? Давай, да, лучше давай еще раз, на всякий пожарник. Ой, не тому. Что там, Корнецову кинул? Или кому? Я смотрю, у вас тут много другого человека. Тут еще это, был зеленым этим, что типа играешь в Metal Slug, потом резко стал синим, что типа не играешь. Ну да, ну потому что я игру закрывал. Так, ну, в чате хоть кто-нибудь остался? Достаточно терпеливый. Ну, два человека подходят. Эй, я... Ну ладно, хрен с ним, буду за неё играть. Esports. Ну, спасибо им. Ладно, конечно, я лагаюсь. Да. Но вообще лучше, наверное, это не говорить, чтобы не сглазить. Ну да. Да. Почти женский стрим. В смысле, что мужчины, но играем за девушек. Ну да. Ну конечно, не мог он мне отписаться, что где мне типа эту игру взять. Вот такая вот ошибочка случайно вышла. Да, это забавно, что в стиме можно человека пригласить в игру, которой у него нет. И одновременно грустно. Ну черт, мы же к гигантскому крабу пошли, ну ладно. А, ты хотел внизу? Да я даже не знаю, где лучше, если честно. Внизу мы даже до босса не дошли. Мы так, только до промежуточного. Боссы мозгоеды. Да, тут покруче, чем в хардкорпсе. Дела обстоят. Так, сейчас я к тебе попробую, или я не смогу к тебе уже залезть. Ладно, видимо не смог. А, вот так только. Ого, сколько тут альтернативных путей-то. Ну да. О! Обезьяна с автоматом. Вопрос, что они курили, уже даже не актуален. А, я живой. Так, это я запрыгнул, да? Давай. А. Нет, это я запрыгнул. Черт, а мне уже не светит. Ладно, фиг с ним, буду просто бежать. Как она орёт-то? Блин, куда эти идиоты бегут? Ведь видно же, что там опасно. Надо убегать в противоположную от краба сторону. Я понимаю, что у него глаза волоснёй заросли и не видит, но, блин. Хотя бы по звуку бы сориентировался тогда, что ли. Ай. You're welcome, блин. Так, мы его. Фух. You're great. О, у тебя хороший результат. Mission complete. Ты целых двух спас. Ну да. Mission to start. Кстати, тут за зомби веселая этот способность. Какая? Рыгать. Я сейчас специально встану. Ага. То есть ты уже знаешь? Ну я вроде видел.
пытался нажимать тоже. Это типа гранаты. А что, бать? Блин, они даже за спасенных не засчитаются. Ну ёшкин. Ну да. Ну это как-то совсем несправедливо. Это мы типа президента спасли. Так. Ну типа похоже на то. Пошли дальше? Ага. Конечно, пошли в таком состоянии, это громко сказано. Учитывая, как он ковыляет. О, шимпанзе, это орангутан. Да. Так, уже ждем. По крайней мере, пытаемся. Как же мне везет на них, а? Мне бы медикаментов немного. А, хотя ладно. А откуда их взять? А тут иногда выпадают медикаменты, это типа антизомби. Ой, да, вон, а, или тебе уже не надо? Да не, мне уже не надо. О, вот я или... А, забрали мое оружие. Любитель гранат. Мне нравится тут их нести. О, блин. Это вражеский. Ты уже ачивку получил какую-то? Да я дофига уже насобирал. Я хоть не одной. Я думаю, у тебя все еще впереди. Ну да. Главное, мужики как-то более... Хотя нет, девчонки тоже отличаются достаточно ощутимо. Я, кстати, не могу же убить, я надеюсь. Не-не. Хорошо. Да, блин, сколько же этих... этих ребят. Нам, наверное, лучше передвигаться медленней, но аккуратней. Кстати, сейчас будет босс. Я уже догадался. Ого. Это те братья из людей в черном пошли против человечества, судя по всему. Да, не слабо так. Блин, сюда надо было в зомби режиме добираться. Еще им не хватало на их милой работе компьютерщиками. Ай. Скажите, у меня гранаты кончились. Но это только первая стадия, если что. А, то есть потом они еще превратятся в что-нибудь. Ну да, и это что-нибудь будет выглядеть, скажем так,
Интересно. У меня вообще моментально слетают конты. Что? Конты. Ван, ты еще с нами? Да, да, да. Хорошо. Интересно, что это должно быть? Типа пародия на Монолита из 2001 космическая Одиссея. Наверное. Ай-яй-яй-яй-яй. На. Все равно не увернулся под конец. Беги, придур! А, хотя ему хоть букны. Удивительно, я думаю, все-таки эти бородачи должны мир спасать, они явно бессмертные, в отличие от нас. Они пародия на Тейлза из Соника. Да. Готов. Зачем мне включили бы, если мы его уже завалили? Не знаю. Да. Видишь, ты велик. Я так. Мне даже их не засчитали, так. И хрена все как тормозит. Порой. О, сейчас подводная миссия. Ребят, кто в чате, если вам не трудно там, пишите все-таки какие-нибудь комментарии. Ставьте лайки, зовите друзей. Ну да, а также отпишитесь, как группа, картинка, а то забыли спросить. Ну да. Ну нормально все. Это радует. Ну, это радует. Так, ты опять. А, вижу. Не, я просто не заметил. Ну хорошо. Ой. Ну. Я не хотел туда. Ну теперь уже ладно. Послушай. Да. Прям даже удивительно, что под водой может быть так. О, господи, только. Мы что, опять с этими барракудами будем махаться? А, нет. Не знаю, я здесь не был. Юра пишет лаги-лаги. Он их призвал просто. Пока ты этого не сказал, у меня лагов не было. Кстати, да. Коварная магия. Юра, не используй больше черную магию, пожалуйста. Да, я сейчас сдохну. Да, я надеюсь, его аргумент, пожалуйста, убедит. Что это насчет черной магии? Я хотел как раз в чернокнижника поиграть. А, варлок который, да? Ага. Хорошая идея. Я его пару раз пробовал пройти, но не преуспел пока. Ну, мы завтра попробуем, может быть, даже стрим сделаем. Гном призывает лаги. Да. Так, гном, пожалуйста, не делай этого. Да. Лаги пришли. Дай его сейчас. Уже это норм. Скорее бы этот коридор кончился. Бензин? Блять, тебе бензин зачем? Ты ж не на этой, не на подводке. Я его как-то на автомате взял, извини. Ой, ничего, за срочно, кажется, нужен бензин. Вообще очень, ну ладно. Юра предлагает тебе, Коля, постримить Дед Никола. Кого? Юга. А, ну, как-нибудь можно будет. А, да, тут камера зло. Ох уж эти папарацци вездесущие. Ай-ай-ай!
Да как же я? Все, можем ехать. Позвали? Да. А, то есть они чё? Они там где типа оружие выдают. Не, я понял, я имею в виду эти штуковины, они чё, на меня нападают? Охренеть. Они нападают только если нападаешь на них? Так, давай спускайся ещё разок. Эх, ух уж эти лифты. Несносные. Да, нам не понравился их анекдот. И, кстати, интересно, вот волк вроде только на одного же, да? О, у меня стремительное оружие. Но это вообще было нечестно. Я только его получил. Так, да. Не, Коля, ты видел, я только получил чумовое оружие, так сразу. Ну, как обычно. Но они не охренели со стольких сторон сразу переть. И это называется изи. Или ты нормал выбрал? Или хард? Не, я изи поеду. А вот знаешь, я не помню, что я сейчас. Я, по-моему, на нормном выставил. В любом случае, жутко подумать, какой тут хард. Ну, а тут еще есть very hard. Ну да. Ой. Ай. Смотри, это тут босс веселый. Может тут как в Черепашках во времени. Легкие это на самом деле сложные, наоборот. Коля, бери машину. Так, а где она? Взорвалась. Как много народу у вас в чате. Да, очень. Это слишком грустно, чтобы даже. Ой, ай! Дурацкий инстинкт. А, мне дали машину? Нет, не дали. У них там что, зигов что ли нарисовано? Где? Роботов этих на боках. Я как-то не успел обратить внимание. Да, те два так и остались сидеть. О, нифига себе, какой механик. Сантик, вообще. Да. Хочу себе такого. Где его можно купить? Мне это напомнило босса последнего в Chuck Rock 2 Сенчака. Только он более модернизированный. Там модернизированный более или здесь? Есть. Прикольно. Где-то уже, да я не помню. А что? А буква А, понятно, он сломан. Буква М? Да. Это лазер, это самое лучшее оружие в этой игре. Не, вот тут вот у робота на пушке буква М. А. Буква М, мне буква Л послышалось. А, стоп тебя. Какой он жадный, даже покататься на себе не дает. Да, вот. Кстати, это... заметь, как у меня быстро жизнь не убывает. Ага. В этот раз настаивает на мультиплеере.
А я, кстати, хотел Сеню предложить, но Юра не оказалась онлайн в этот момент, так что никаких теперь претензий с его стороны не принимается. Ну как-нибудь другой раз, я думаю, поиграем. Ну, хотя может и сегодня, не знаю, сколько мы еще в это будем играть. У меня нет дара предвидения. Ну да. Верблюды были. Ну тут более реалистичные верблюды. За этой игре сразу плюс, реалистично прорисованные верблюды. Взрывайся все. Нет, ты помнишь, как они там убивали? Разве они там убивали? Не, как верблюды убивали. А, да, плюсками. Твои радиоактивные. Жестокий мир, жестокие сердца. Ух ты, даже Крик Ганс, Вильгельма есть. Ну тут много чего есть. Ох, жалко, в него не попасть, наверное. О, это походу где-то в Мексике действие. Ты, кажется, знаешь, что здесь будет и здесь. В это можно на двоих. Но игра, в принципе, недорого в Steam стоит. Если ее на одного брать, вообще где-то рублей 149, по-моему. Я брал двойной пак именно, и это обошлось в 252 рубля мне. Ух ты. Ну ни хрена себе. А вот сейчас. Да вообще, Resident Evil отдыхает. Да. О, какой ты стал красивый, слушай. Кажись, худеть надо. Да. О, а, нет. Это кто такой вырастил? У меня другой вопрос, когда же меня отпустят? Да. О. Нет, только не это. Главное, когда лагает, я даже звук в РК искаженно слышу. Вот насколько это все опасно. То есть, не, серьезно. Ну здорово, я еще и упал. Ладно, подожду их здесь. Не сметь. Да ну-ка, быстро ее отпустили, но не в этом смысле. Круто, теперь мои мозги едят. Ребят, вам не говорили, что в мозгах слишком много холестерина? Да что бы так. Ну здорово, прям на моменте выбора завис... Ну не подвисло, вернее. Так, ладно. Блин, она что, совсем прыгать не умеет, что ли? Это было уморительно. Да.
Юра снова отправляет на вас заклинание. Не надо. Он призывает. Не надо даже произносить это страшное слово. Нет. Призывает Ваню захватить вас. Это Ван, давай скорее это контрзаклинание делай, там рисуй пентаграмму или типа того. О, вот это вещь. Как этот Леонард из нового сезона отчаянных героев. Бля, видишь у меня оружие? Вот это самая охрененная вещь. Не знаю, Лагатус пропадатус. Да. Это что за фигня летает тут, я не понимаю. Что это такое? Это волки. Какие-то странные волки, откуда они появляются, тоже непонятно. Он зубат пасхальное яичко держит или что это? Он не сказал бы, что оно пасхальное. А вот сейчас начнет ад. Ну вот, Юра пишет, что его магия сильнее вашей магии. Нет, фигня. Мы еще посмотрим, что ты пентаграмм нарисует. Да, Ирун, о. Из меня монеты посыпались. О, все, разбили яичко, он недоволен. Он теперь будет вас желтком бить. Угу. Да, чтобы вот так. Вы хотя бы половину уже прошли или нет? Ты попал. Снова волки. Они жили коротко и несчастливо и умерли в один миг. Да, все сильно быстро. Элка, Элка, Коля, бери Элку. Ну ладно. Когда они любят кетчуп-то, а? Разбрызгивать на нас. Ну да. А вы конты можно передать? Я не знаю. Попробуй. Ой, так ресьюм. Ай. Нет, не хочу. Юра пишет, мне мама говорила, лаги — это сила. Да, вы. Это дьявольская сила. Ага. Такие веселые кредиты в количестве одной штуки. У меня. А после окончания кредитов получается все, да? Ну да. Будем смотреть соло в исполнении Андрея потом. По всей видимости. Думаете, я далеко дойду? Ну а вдруг? О, последняя миссия у вас. Кто сказал? Ну вот тут написано Final Mission. По-моему, это не последнее. Главное тут музыка, как этот, полет шмеля. Хотя, знаете, в лагах есть...
Что в лагах есть? Ну, чтобы убить положение. Я даже не знаю, это выкладывать потом или нет. Хотя, может быть, в записи это будет не видно. Хотя вряд ли. Да. Ого, ты уже летишь просто так, на реактивном ранце. Да, у меня вертолет немного вынесли. О, а это уже просто какой-то этот... Как его... А, я... Коля, это бриз. Я тут немного пробежкой занимаюсь. Я вижу. Это какой-то этот, знаешь, Sunset Riders почти. Мы там тоже повозки преследовали. Да, ты таки привет Вильгельму. А, нет, только не в меня. Ай. Ладно, давайте занимайтесь воздушными, я наземными. Это что-то с чем-то. Не знаю, я... Немного опасаюсь. Это как бы обычная такая двухмерная стрелялка. Что же будет, если я буду пытаться кооперативить Дюка Ньюкима? Это будет интересно. Ну да. Ну, кстати, этот... Dead Island какое-то время у нас не глючил, по-моему. Да, Machine Gun. Блин, как бы мне кредитов еще получить? Этого не знаю. Обратиться в банк, что ли? Спросить, а вы кредиты для видеоигр в видеоиграх выдаете? На него тебя посмотрят очень удивленно. Блин, нахрена я все свои ракеты выпустил? Так, ну все, кажется. Или нет? А, нет, еще не все. Последний конт. Давай, Коля, тогда держись. Угу. Обиделся, что его магия лагания не помогла. Почему? Немного помогла. Я смог один раз увернуться. Ну, вышло. Поэтому он ушел. Ну, у него довольно сильная магия, что тут обижаться. Дирижабль последний, да, Дис? Не, по идее нет. По идее, это вообще не последняя миссия. А может быть тут как в Человек-пауке на Сиге. Уже тоже было, когда выбираешь легко, сражаешься, вот, да, ящер выбирался там, да. Нормально, сражаешься без острова. Раз сложно, походишь всю игру. И все не сражаешься. И, кстати, возможно. Может быть так же. А, да, все, нет, я не могу взять кем. Нет, ты можешь. Такая фишка есть там. Если убираешь исход, то ты сражаешься только до... Серьезно будет должен. Ну давай, иди побеждай. Там только что был красный заяц. Вы видите, время, что то было последняя миссия.
я все-таки, наверное, не затащу. Затащу. Попытаюсь, но... Чё? Видите, иногда магия лохания всё-таки полезна. Угу. Вон наверху. Я вон... Гитлер. Он сейчас мутировать будет. Блин, и как я угадал? Да, на самом деле это ни хрена не этот, не человек, это инопланетянин. Он просто скрывался типа. Да, там это была не последняя миссия. Тому чуваку не позавидуешь на тарелке. Ну да. В таком положении он еще и просто. Он простите. Что? Он на Крэнга похож. Да, я, честно говоря, тоже не понял, как это тебя двое. Простите, что? Почему? Я не хочу за этого играть. А. О, да. Ну теперь это просто так галаксиан какой-то. А вот это мне нравится. Ага, я смотрю внимательно на твой прогресс. Видите, я говорил бы, что это было не последняя миссия. Да я как бы верю. А что эти плюшевые медведя дают? По-моему, деньги, да, деньги. У меня появился дробовик. На 34 ракеты. Но у тебя явно скилл лучше. АР это чё? Ракеты это хорошо. Ракета... Л-лазер, я помню. А H это Heavy Machine Gun. Не знаю, игрушка всё-таки старая.
Видимо, никто не рассчитывал, что в нее будут по сети играть. Интернетовской. Ну да. Блин, охренеть, какой долгий уровень. Там планет, это кажется детским летом. Ну вообще да. Упс. Ой. Сейчас это у меня. У меня просто мой любимый Windows выключил, как обычно. Что там не подходит, что мне сейчас раз с этой башни летающей тарелкой? Теперь мне черепашки на ГБА вспомнились. Ничего так у нее глаза сейчас были по чайнику. Ну да, батл код тоже немного напоминает. Он говорит, еще больше этого. Глаза летающие. Нога. Еще. Пойдет. Ладно, я ставлю на то, что нет. Как не счастье. Красивый все-таки лазер. Лазер. У тебя еще 4 континью, в принципе. Ну да. То есть в итоге во всем виноваты инопланетяне. Да. Ну а что же еще-то? Это уже Понтра. Помните, мы там тоже были виноваты инопланетяне. Ну то и понятно, почему тут такие большие крабы. Оба-на, у меня чирка вылезла. Здорово. Там что-то было связано с 500 очками, но я не понял что. Yeah.
очень сильно давит. Я так понимаю, последнюю жизнь. Главное, они периодически стреляют, а потом танцуют, что ли? Кстати, да. Но они типа заранее думают, что попали. Я чувствую, это является факт. Ты чё? Я говорю, зачастую они действительно попадают. Ну да. А, верните мне меня. У меня появился вопрос. Какой? Сколько эта проклятая миссия еще будет длиться, а? Хороший вопрос. Не, ну смотрите, это реально контра. Ага. Ладно, там такой фильма не было. Гладика, может, типа последний босс? Ну что ты такой мечтатель, а? Здорово, теперь в чате только один зритель, и это я. Правда, не все там зрителю. Ну я мечтатель, я просто. А, то есть ты это, не залогинен? Ну да, я смогил сюда. Ну ладно. Хром утром сопил, я могилу убил, и так уж не очень. Мне уже заранее страшно. Какой там будет результат? Так, ну сейчас-то точно должен быть финальный босс. Я уходил, сейчас я встанет. О, я могу стрелять, я могу стрелять. О, это большой экран. Сильно мне нравится. И тут я... сразу копал пудинг. Мне показалось, или это было очень сильно легко? Тебе показалось. Это последний босс. Не, я уверен, это не последний босс. Ты чё, твой клон, что ли? Ух, нихрена же тут! Да, ты очень популярен. Только подражателей. Ай, господи, хватит лагать уже. Ладно, ждём, подождите.
Теперь тебе надо просто выбраться, да? О, вот и он. Угля. Если не ошибаюсь, Metal Slug это же вот такой танк называется на самом деле по игре-то. А вдруг это и... А, нет. Вдруг это и есть последний босс, вот сейчас убьешь вот эту хрень. И все. Ну вот эту. Так, это шотган. Ну вот, если кто-то понимает, творится на этом экране, объясните мне, то я... Ну, все нормально. Главное, героиня решила, что можно и перекусить. Сходила в Макдональдс, вернулась. Вот. Тут тем временем собрались косплейщицы ее бывшей. Они в ужасе от того, что не стал, на нее нападают. И еще надо всем этим ржет мистер Ти из команды А. Я так понимаю, ты сейчас тоже типа... А! Ты за другого персонажа освобождаешь своего изначального персонажа, попавшего в плен, я понял. Ну да. Да, верните меня. Так, где последняя жизнь? Давай, соберись. Собрался, но я думаю, это мало кто из них. Кто-то выпили вас лица. А, зарада, опа. А, это что-то поделал, так. Ну за что вы так жестоки, а? Да. На Мэйме так, кстати, можно в некоторых играх сколько угодно монет кидать. В общем, все, ребята. Эти инопланетяне захватили землю, и настал тотальный кабздец. Ну, я не знаю. Да, школе не затащили. Я бы мог еще что-нибудь, наверное, подстримить, но коль скоро особо заинтересованных лиц в этом нету. Вообще, кстати, маленькая потеря кадров была. Всего 3,24%. Не знаю, что всех так напугались. Наверное, это все. Или нет, я даже не знаю, честное слово. Да, не знаю, наверное. Ладно, я в любом случае грустно, трансляцию... Грустно, конечно, что не прошли до конца. Ну. Слушай, вот. Коля, всё. Это мы можем попробовать миссию последнюю выбрать, типа. Это как? Я сомневаюсь, конечно, что это выйдет. Ну давай. Просто заходи, мы ж вроде дошли до конца. Туда сейчас. Мы можем продолжить, наверное. Так, сейчас. А, даже выходить так. Не пришлось на сей раз. Так, Mission Mod. Вот Final Mission. Не, это смотри. Как это? А. Ты мог и мне, кстати, выбрать, походу. Так, ну вроде пока идет. Не, ну это как-то совсем плохо. У меня новая чишка. О, здорово. Обычно хотя бы...
1-2-то есть. А, ну да. Музыка почти как «Назад в будущее» на SNES. Ну, не совсем, конечно, но похоже. Хрюшки, хрюшки, хрюшки. Я так занял очень хорошую позицию и просто стреляю. Трансляция идет? Да. В принципе, 13 зрителей Good Game показывают. Думаю, что они, наверное, не авторизованные смотрят. Да блин. Что случилось? Да я не смог уклониться все равно. Это ты continue не нажал. Может, это ты не нажал? Нет, я нажал. Дожи, дожи. Там сейчас будет мамочке жаловаться. Я только этот. Что он вообще делал, интересно? С этим громкоговорителем. Я же знаю. Гоу! Коля, а что у тебя сейчас происходит? Ты стреляешь в заднюю сторону экрана, а я просто стою.
Теперь ты пытаешься бежать назад. А я расстреливаю вертолет. Ясно. Ну да, у нас действительно рассинхрон. Так как тебе надо нажать старт немного. Точнее, continue нажать. Ты только что умер. И тебе надо нажать continue немного. Попытаемся так тащить. Блин, у меня бомбы кончились. Я хоть по нему стреляю? Да. Немного. Иногда. Ну так, тебе немного надо нажать continue. Тебе надо нажать continue теперь. Так. Коля. Что? Давай. Ты убил этот вертолет. А у нас, а в моей вселенной еще нет. В моей линии времени. Я его еще убил. И мы, кстати, только что синхронно умерли с тобой. У него что, каждый раз здоровье восстанавливается, когда я умираю, что ли? Когда этот урод уже сдохнет? Все, дядя, лови подачу. У меня тут это уже идет завтра, отец. Ну ты далеко в будущее улетел. Поворачивай Делориан обратно. Ну, знаешь, я бы повернул, только вот у меня водительских прав нет. Хотя, думаю, на него водительские права не нужны. Блин, ну когда этот дядя уже сдохнет, он меня достал. Ну как гребаный Дункан Маклауд. Я образно пытаюсь положить, где бы он мог быть, и стреляю. Да. Ай. Слушай, Коля, это немного обидно, знаешь ли. Стоян! Ну, во-первых, меня первым лишили космического корабля. Во-вторых, ты стрелил мои деньги. В-третьих, ты скоммунизил мое оружие. Да, и все это практически закрытыми глазами. Я все еще бью того босса, слушай. Похоже, это мое проклятие, я буду его всю оставшуюся вечность долбить. Ты еще на нем, что ли? Ну, я не знаю, где Коля, но я немного в будущем. Да, вот так ребята, короче, наказывают в аду плохих стримеров, заставляют вечно проходить одного босса. И, кстати, Андрей, у тебя гейм овер. Типа ганды кончились? Да, но... Нет, у тебя еще 15. А, вот ты воскрес. Ай, меня камушком прижало. Блин, это уже не смешно. Я рад, что я гринетхин, но блин.
О, слушай, все. Мы его сделали. Мы сделали чувака в вертолете. Да. А тебе надо нажать контейнер. Тебя инопланетяне похищают. А я смотрю на это, улыбаюсь и попиваю водку. Вот это, блин, сюжет. Вот это, блин, друзья. Да. Слушай, это... Я начинаю сомневаться, кто тут на самом деле инопланетный агент. Тот босс или я. А, да, сейчас будет мой любимый полет, когда перестанет лагать. Да это, континуум надо нажать. Континуум. А я играю за чувака в очках, а блондинку как раз похитили. А что, я сейчас не понял, что я за блондинку играл? Да, ты играл за блондинку, сейчас ты играешь за рыжую, то есть за русую. И вокруг нас свиньи летают. Я здесь людей не наблюдаю. Знаешь, тебе надо было тоже стрим включить. Поугарали бы. А то я не вижу, что у тебя происходит. Да. Причем лаги бит синхрон. Да, лаги синхронно, игра нет. Жми continue. Так. Тебе тоже надо. Да, я вижу. Ой. Теперь тебе. Так. Но ты выберешь континью. Тебе континью надо. Ходи в маску. О, Мишка, Мишка. Где твоя улыбка? Как-то, как бы это сказать. Помнишь, что это босс, который поджаривает хорошо? А, не совсем, а кто он там? Типа на монолит похожий, да? Ну, который вот там шмаляет, инопланетная вот эта большая тарелка. Ну, вроде еще. Он нас двоих одновременно поджарил. Где нас надо нажать на тебе? Нажал. Блин, как же это неудобно. Ага. Что можно теперь только двоих персонажей выбирать, а не троих, как раньше. Ну да. Так, ну что, у меня уже снова... У тебя континью, да. У тебя континью. Да? Да. Получается, инопланетные нацисты. Чё? За кого я у тебя там играю? За блондина. Надо, короче, написать, наверное, совет ребятам не покупать двойной пак. Rocket launcher.
Ну, либо покупать, если они хотят острых ощущений. Знаешь, кстати, через 2 секунды после того, как ты говоришь, мне правда становится нужно continue. Возможно, ты еще не утратил способность предсказывать будущее. Continue. Нет, не утратил я ее. Знаешь, мне на какой-то момент показалось, что он сказал fuck. Не, Коля, это не дашь предвидение, это я просто смотрю в будущее. Continue. Аналогично. Слушай, я что-то... А, вот, я снова могу. Я что-то на какой-то момент не мог двигаться вообще. Там пока континью не требуется? Нет. О, у меня уже это... Вылезли на базу. Кстати, у тебя их больше, чем у меня. У тебя их 10, у меня всего 6. О. Континью. Кредитов, то есть. Я понял. Континью. Ладно. Блин, он говорит это почти с акцентом Шварценеггера. Rocket Launcher. Все, пропадите все. О, лазер хочу. Да блин. Вот это действительно то, что он сказал. Слушай, у меня сейчас точно такая же ситуация была. Не успел лазер получить, сразу сдох. А, бывает, это закон подлости. Уже 2 раза. Дабл килл. Закон подлости — это тот закон, который работает безотказно. А что я тебя там творил хотя бы? Мы летим через трубу. Havana Soul? Ой. Да, вот это садомия, так садомия. Вот и у меня, по-моему, даже на фрэп читает, походу. Ми этот самый, continue. Да, continue. И опять предсказательский дар сработал. Коля, ты ждешь новую серию доктора? Ну да, по идее. Он там банк грабить пойдет. Ну почему бы и нет? Такой сюжет, блин. Там что-то будет, типа это будет играть тетка, короче.
как ее, Кейли Хоук, которая играла в «Прах к праху», и там, типа, будет будущее с инопланетянами опять, как я понимаю. И его, типа, будут разыскивать, как преступника. Ну, блин, это, типа, вот это вот серия. Будущее с инопланетянами. Вот это вот серия, которая... Жми континью. Трендёж сплошной. Ну да. Трендёж там... Привёл к тому... Ага. Что они это типа идиоты и все нормально и боятся нечего и бла-бла-бла. Ну да. Не, ну кто даже вот просто не там сидел. Хотя мне понравилась фраза копать где-то одну маску. Вот этих одну маску. Кому копченых кальмаров? Всем. О, нет. Континью, Андрей! Ой, я прикинул сюда. Кстати, у тебя сколько показывают у меня кредитов? 7. А у меня на самом деле всего 2. Ну буду, значит, по инерции тыкать. Ты что, ты вверх стреляешь? А у меня тут это, на ножках. Будем воевать с невидимым врагом. Повелитель лагов снова присоединился к нам. Вот теперь мы действительно потешно смотримся. Оба стреляем непонятно куда. А умрите, непонятные твари. Да, невидимые бойцы. Чем сдавать тигра? А, гейм... Иди в тайкуне, что ли? О, вот и оно. Да? Он умер, как жил. Очень немногословным. Так, погоди, а эти зеленые с нами теперь заодно получается, да? Тоже против инопланетян воюют. Дошел до того мозга, который стреляет с Харрисом. А я еще не совсем. Кстати, а, нет, не стреляю. Короче, жми континью и стреляй вверх. Там, где... А ты на одном месте стоит и стрелять не смогу сейчас. Ладно. А он и не стоит на одном месте, кстати. А, все. Я, короче, сдох.
Но я буду так и быть стрелять вверх. Для тебя. А я стреляю вверх или нет? Нет, тебе нужно. Ну, это где? Юра пишет. Mortal Kombat X продал 89 тысяч копий. И лучшая игра вышла. А, в DMG в Тайконе, ну да. Но там главное комбинации правильные делать, там правильным вещам уделять внимание, и чтобы у тебя каждая игра была, ну, немного другой. То есть можно делать сиквелы к играм, но это после того, как ты изобретел сиквелы, и это спустя ощутимое время после того, как вышла оригинальная игра. То есть, как я уже говорил, DMG в Тайконе стать новым Ubisoft или Activision тебе просто не дадут. Бабка семечница против голубей на цифр. Бывает. В каком жанре? Ну да. С какой темой? В жанре приключения. А темы тема? Бывает. Я вообще сегодня такие прикольные названия придумал. Continue me, Андрей! Там черепашки видели, а сразу черепахи торпили. Ты у меня сейчас в двери берешься. Это нормально, да? О, а вот и мозг. Нитками, вы заметили? Чё? Он нитками перешит. Это да. Вот. Это мозг на женское имя. Только я тут немного в будущем. Тебя активно убивают. Момента, где я слежу. А ты почти не сопротивляешься. Жми continue. Continue. То что там типа расписание? Вверх. А, пардон. У тебя же там другое совсем. Но тем не менее вверх периодически постреливай. Лаги? Да, лаги. Чё? Надеюсь, кто отпустит. Да. И, кстати, тебе опять пора continue. Да, надеюсь, что отпустит. Да, я расслышал. Надеюсь, что отпустит. Жми continue. На это жутко смотреть. Это почти как та сцена из Росомахи Бессмертного. Где он мужественно идет вперед, а его тыкают этими всякими фигнями.
Да уж. О. Continue. Ты, кстати, лазер. Мне очень нравится этот continue. Так как это у меня отнимает очки немного. Ну ладно. И бежать вперед и стрелять, 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 сюда стрелять. Вольф пришел. Да. У тебя, а, короче, вот. Опять кончилось. Опять continue просит. Последний. А, или... Да, последний continue просит. Зачем ты стираешь, а? А ты думаешь, я вижу, что у него происходит? Я говорю, у нас немного альтернативная реальность. Да. Короче, да. Это надо либо в сингле стримить, либо я не знаю. Короче, у меня ты это состоялся гейм-овер, и теперь я смотрю менюху. А как у тебя обстановка, доложи, Андрей? А у меня дисконнект. Ну ладно, хоть какая-то последовательность. Я почти прошел. Да. Ну, слушай, такое есть предложение. Может быть, к тебе на канал перейдем, и ты в сингле пройдешь до конца уж. Или не получится? В принципе, могу. Вот. Так, ну, конечно, я все-таки дождался этого светлого дня. Какого именно? А, скидка на 75% на то, что я уже хотел давно купить. А что именно? Ну так, немного модифицированная мерсия. Немного модифицированная мерсия. Блин, конечно. Немного модифицированная версия моего RPG Maker. А-а-а. И сколько он сейчас стоит? $80. Сколько? 8.74. За доллара. Как он полностью называется? Так, RPG Maker VX8. Сейчас я посмотрю, сколько у нас он стоит. Может, тоже куплю уже, наконец. Но это немного другое, им надо будет взглянуть. 15 сентября заканчивается, так что я думаю, завтра смогу купить. Надеюсь. RPG Maker, а дальше как? VX... Эй. Угу. Ну что, я, наверное, останавливаю трансляцию все-таки, как думаешь? Вот так вот называется. Ну да, я уже их вслед запускаю тут. Ага, ну тогда можешь скинуть ссылку на свою группу. Ну, если ты думаешь, что... Мне как бы немного не включен, точнее, ну да, не включен браузер. Ну ладно, тогда я потом сам кину, когда у тебя начнет, а хотя я и сейчас могу. Так, ребята, сейчас я кину, короче, ссылку туда, где будет продолжение. Так, это а должно быть... Будет. Ну давай побудем оптимистами для разнообразия. Так. Логично. Вот, в общем, по идее, запись пошла. Что из этого выйдет, я не знаю. Угу. Так. Не так много. В общем, ребят, продолжится стрим вот здесь. А на своем канале я, наверное, да. Это прерываю трансляцию.
Спасибо, что пришли, и спасибо тем, кто удержался, а я выхожу.